По предварительным данным, кроме пожилой пары, в доме находился их внук. Видимо, он и обратил внимание на дым, который буквально за несколько минут заполнил все жилище. По мнению спасателей, подросток не сумел найти своих родственников в этом дыму и, выбежав на улицу, позвонил пожарным. Скорее всего, хозяйка и также ее супруг пытались выбраться из дома, но надышались дымом. Спасатели нашли их в разных комнатах. Эксперты полагают, что возгорание началось на веранде, а вот что именно стало причиной пожара, пока не ясно. У них на кухне газовая горелка была какая-нибудь? Плита там? Что, ну, плита газовая? Не знаю, потому что мы не это самое. Мы не ходим. Мы беспокоились, только, чем да, вас больше? Очень беспокоили. Беспокоили. Чем? Ну, вообще, вот всем. Люди проживали в этом доме около 4 лет. За это время они своими силами провели как внутреннюю, так и внешнюю отделку жилища. Вот только с соседями у них за эти годы отношения почему-то так и не сложились. А у них ремонт когда закончился или до сих пор продолжался? Нашего брата, они богатые, мы бедные. Возможно, если бы соседи меньше волновали чужие успехи, они бы внимательнее отнеслись и к этой беде. Скорее всего, при своевременном обращении к пожарным, как людей, так и дом можно было спасти. Искандер Толбаев, Александр Царегородцев, эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».